привет! Ой, привет! О, привет! Старший, это вручение, вручение наград. Торжественное. Ты взрослый теперь, дядька. Все? Ура! Кто вы своей маской похлопали? Митя, открыть. Сюда, сюда. Ты что, усатый? Сейчас усатый, выскак, выскак. Вы готовы, вы готовы, вы готовы пойти со мной? Вы все готовы пойти со мной? Мы с тобой? Вон сзади идут. Я сейчас. Нянь, ну, короче, себе в лоб. Так, вон бойцы идут. Идут усатые. Вообще что-то их много, так я не знаю. А кому вяжем его собрали? Кошмар. Народу мало. Нам какую поляну надо выбирать? Футбол будем играть, а? Да нет, а нам наоборот лучше погуще. Типа скрытой камерой. Я уже показал. Вон дядя помашивает. Ура! Выпендриться можно? Налить-то, вы что, ребят? Спасибо. Дайте Сашка дайте. Сашенька, за тебя. Котик. За тебя. За тебя. Это так сближает, Саша. Что, я... Попозже чуть-чуть напрашиваем. Ну, это я. Так, где еще стаканы? Где мой стакан? Называется скрытая камера. А куда ее?
Боже, это он выглядывает. Дядя думает, что его никто не видит. Ты мусор бы выключить, Лен, слышишь? Уже слышно, он слушает. Слышишь, как, да? У меня было раньше развлечение солнца ловить в объектив. Можешь попробовать, тоже будет. А ты видишь вот мою? А у тебя нет. Подожди, Женя, ну ты же здесь не одна, Женя, я вот внимание на. Давай стаканчик. Еще раз. Вот я сейчас в 4 минуты. Пусть я тебе положу сюда, чем вы пойдете. Ну, дай мне только что это будет. Он не хочет сидеть. Оливье, твое? Да, там всех общие. Игорь, так, ну что, всех надо. Так, тишина стоит, да? Все меня слушают. Мы сегодня собрались не ради пьянки. Не ради пьянки. А ради, отметить день рождения. Я сегодня только узнал об этом. Не перебивай. Саша. Не водите меня в краску. Да, за твои 17 лет. Благодарю вас. У меня к твоим словам есть подожди, маленький постскриптум. Ага. Как это? Маленький трусья, маленький суфенир. Вас из два. Это для праправнуков, наверное, я так понимаю, да? Да, обязательно. Фолькшепник. Фолькшепник? Какой волк? Шепник, стукач, значит. Ну, за здоровье. Вот теперь стучать не будешь. Обувь мягкая. Ты жил еще столько, чтобы аж нам надоел, знаешь. Надоем. Чтоб ты еще не одну пару таких стоптал. Спасибо, ребята, спасибо. Я так рад, что мы все вместе сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И это правильно. Давайте выйдем. Это хорошо. Женя, ты не понимаешь, как я хочу с тобой сидеть, а ты там что-то выпендришься. Не надо, Женя. Треба, Степа, что-то там говорить. Единственный человек среди вашей компании. Вкусно? Ты самый главный наш болельщик. Вот, понимаешь. Да, хрипаш, бедненький. Так, Надя, а у меня есть дикая жалоба. Добраться вон до той свеклы. Моя сестра до сих пор тебя хвалит. Три дня не разговаривал. Сейчас, Олеж, подожди. Я сейчас обойду на другую сторону. Надеюсь, если так будет. Почему у человека? Дедушка Ленин. Да, дедушка Ленин. Как же тебе так? Адлеша, пока ты будешь... Рал! 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 Разрешите дать рапорт? Раз, два, три, четыре! Три, четыре! Раз, два! Кто шагает дружно в ряд? Наш придурочный отряд! Кто шагает дружно в ногу? Мы ерём и нам в подмогу! Он не курит и не пьет! Он здоровеньким умрёт! Но помрёт через 100 лет! Когда будет старый дед! Поздравляем! 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 5 баллов! 5 баллов! 5 баллов! Вот. Это меня все. Все. Как в мультфильме, да? Ну это все мне. Винни-Пух. Винни-Пух. Все, снято, отдавайте назад. Реквизит назад, снято, реквизит назад. Замечательно. Золотая вы моя. Мы кушаем? Мы кушаем? Да. Кушаем. А что мы кушаем? В чем еще не кушаем? Не, мы пьем. Не, мы пьем. А что мы пьем? Уже ничего нет. Солитей еще осталось. Пьем? Верми. Рост. А напоследок мы оставим любовный напиток. Это куда? Вон тот красный. Амора. Вон тот, что ли, с помидорами? Где ты? А самое страшное было. Я примерзла немножко. Опять через... Подали, иди к нам.
Прикрыла, правильно? Я не вижу сколько. Ты по максимуму, что ли? Пожалуйста. Извините, мальчик. Я что, закрыла руками, я не вижу сколько это. Я специально. Я так и понял, по максимуму. А Нина где? Вы там где-то там нет, Нина, мальчик. Да, девочка. Девочка. Двинули для тетеньки место. Вот, а что тебе ляпнуть? Это место заколдованное. Там где провалится? Вы уже? Да, я еще первую не выпила. Нет, когда выходила, он что-то разговаривался. Так, я уже. С левой руки можно? Мне больше нравится тот глаз, чем это. Левая ближе к сердцу. Да? Все, буду лить только левой. И когда уже последние точки забираются... Давайте выпьем. Давайте. За наш коллектив. Какой? Коллектив, чертовы. Какой коллектив? Мы за маленький. За маленький. За мини. Генерала. За генерала. За генерала. Нина за генерала. Какие люди. Дай бог мне. Кем? А шо ж? А шо ж? Даже ты не будешь, там где-то у нас не того. Где-то в этом. Просто вода? Да, только не знаю, как открывается. Давай, сверху. Папа, мне тоже. Кебаб упало. Все попадали. Все. Все попадали. Две штуки. Две кебаб. Жареное мясо будем есть. Ну я. Молоко не дает. По-видимому, это тоже Женя отъезжает, я думаю, что они все по очереди этим занимаются. Сейчас лопнет, перепугается. Посмотри на девочку, что делает, глянь. Нет, она сейчас все-таки найдет тот. Это тут умнее всего, глянь. А она же не понимает, что мы с ее тут попадаем уже, да? Вот так, это точно всего. Ее, наверное, грудью еще кормят, нет? Извините меня, если у вас таким остервенением все грузит, то это в грудь. Нет, мне да, где-то жив. Что это сокровище? Это сокровище? Он сидел в чистке. Мама! Который Люля. Слушай, мама тоже нет, на бревно лучше не садить. То я уже задел просто. О-о-о! Глянь какой! Ира, ты где? Тебе не верю. Все, гранты. Безнадежная идея. Все, ну можно за тебя не платить. Ира, Ира, нам нужно... Я один. Ой, ну ладно, спасибо, ребята, я приеду, и ты, это все. Это жар. Все, дай.
поди, вы знаете. И мне не хотел сказать, что ему очень понравилось. У меня... Это классно? Слов нет, одни слюни. А вот, это не мужик, это белый. Покажите мне лук! А где ж подружник? Шура взял, закрылся. Ну ладно, вам ничего. Пришел тут. А крошка где вчера? А у вас есть разрешение на съемку? Есть. Дорогая редакция. Так, запишу, да? Дайте адаптируйся. Я после второй. Привык после второй, скажу, ладно? Привык, это была репетиция, выключай. Выключи третий микрофон. Скажи, все, я не Виталик. Я уже там Верочка. Посмотри на него. Ты говори, это что я делаю. Женя, камера. Ну что, сегодня, дорогие друзья. Дорогие друзья. Наконец-то сбылась моя мечта, и мы пьем не просто так, а пьем по поводу. Да, это серьезно. Вот. Удивительно, если бы она его забыла. Сегодня у нас расскажет день рождения. Кто знает, кроме нас. Это на всякий случай так не довожу. Может, кто там. Может, кто забыл? Гребен, спасибо. Не правильно тебя поймут. Чтобы жизнь твоя была сплошной сказкой. Одну из тех, которые ты рассказывал. Я есть невестки сказочник. Счастья тебе, здоровья, стукать. Любви, стукать. Друзей. Стукать, значит. А, друзей надо, друзей. Я вижу. За тебя, старик. Это правильно. И это правильно. Ну не надо, Саня, ну это трени, мужика. Дайте платочек, да. Иди, я тебя утру здесь на своих руках. Дайте мне выстрелить. Мы взяли хлеба мало. Хлеба. Попробуй. Когда она увидела, что такой ложка из такой тарелки, она, конечно, сразу понятное дело. Уже я этого сделал. Может, он поменьше заслужит. Ладно, разрешаю, Паша. Что ты на него показываешь? Я не понял. А он здесь вообще при чем? Понятно, эротик. Так, Миша. Так, а кто следующий на продажах ведь Сашка? Я не поняла, что больше жила? Держу, держу! Ой, держу! Ничего себе! Лена, мы так играем, мы так играем. Только много остается, а ты запрещаешь.
траву. И голову вот так. Вот так, голову. Вот так, вот, чтоб удобнее было. Не-не-не-не. Я даже прыгать не буду, я так... Ой, как хрустнуло! Чё? Ну, двоих. Это не так делается. Давайте поиграем. Давайте, поляну нужна. Паша, пошел за Пашу. Побежал! Паша! Есть! Второй на готове! Давай! На меня прыгай! Двое! Ну скорее, спина болит! Держись! Все прыгнули! Все! 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 Шаночка, ты же не прыгай! Хорошо, конечно, помолодец! Господа, я кончил! Так, все, отпрыгивайте! Все, пошли! Ну, два шага осталось. Зачем на ноги наступать? Зачем было на ноги? Я так хорошо ушла. Нет, куда не наступили мне на башмак? Еще разок. У нас надо уменьше остается. Вам легче нести. Да? Да, мы, да? Мы все расстоим. Ну, мы проиграли. Мне скоро это будет нравиться уже, ты понял? Ну не прыгай, ты сказал. Не прыгай, что вы, не понял? Так, остановитесь. Все, остановитесь. Вы двое, вы... Чего? Ну только пятеро. Ребята, побыстрее. Сейчас!
прошу. Его ноги длинные, гада. Я предупреждал. Ирония контингента. Знаете, кто делает шашлык? Ой, одного уха у меня уже нет, шашка. На человека, Люда, пять человек. Шарик, между ними. Раз, два, три. Раз. Куда, между, куда? Держи, Паша. Я думал, у меня челюсти попадают. Так. Руки неправильно держишь, голову надо прятать. Давай. Калина. Обязательство
протоплодитель. Вот она, родная ЧС. Величественно возвышается освещенная утренними лучами. Начинается рабочий день, и стройными рядами движется на станцию персонал. А среди них мальчиш. Мальчиш, положительный персонаж, молодой работник электроцеха ЧС, не пьющий, почти холостой, бегает по утрам, регулярно повышает свой потенциальный уровень. Любимые исполнители Патриция Каспа, Тоя Заикина. Я люблю тебя, жизнь, как бы отвечает он. И надеюсь, что это взаимно, как бы отвечает ему танец. Я люблю тебя, жизнь! Забивает пакость гадкую, экологически невыгодную. Хочет он найти секретную красную кнопку, которая останавливается, главный реактор и закрывается, Чернобыльская АЭС. Характеристика, буржуин, отрицательный персонаж, символизирует собой страны большой семерки. Сабля светлая, путевка зеленая, а звезда красная. Эй, вставайте! Пришла беда, откуда не ждали. Напал за нас из-за синих гор главный буржуин. Эй, вставайте! Бьются с буржуинами наши отряды, но мало нас. Эй, вставайте! Уже идут гонцы звать на помощь. Главный буржуин Славутич мальчиша-плохиша. Чтобы он там размножил мальчишей в Славутиче, сломил их безупречный моральный дух и отвлек проводимых в городе культурно-массовых мероприятий, гастролей до фестивалей. Мальчиш-плохиш, резко отрицательный персонаж, неоднократно женат, почти разведен, продает по ночам водку, убежден. Thank you.
Thank you.
голубоватым, студеным, и хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный с того внутренней робкой синевы, которая всегда предшествует ночному потаению. Небо было ослепительное и высокое. В нем указывался размытый утренним светом желтый свет. И также в этом желтом голубом небе стыли жаворонки. Каждый раз, когда мне случалось проезжать мимо небольшой примостившейся над плугом берегу Днепра деревеньки Недачичи, я слышал лай собак, топот коней, гомон ребятишек, бегающих босиком по пыльной дороге. А вечером, после тяжелого трудового дня, бабы собирались на Характеристика на члена команды «Весна» Исхакова Эльгиза Энгельевича, 1900.
последнее. Не украин, он же Пуся, он же Муся, он же татарин. Мужчина неопределенного возраста, ближе к юному. Ярко выраженный тиснарец, доброволец, феноцид. Гарема не имеет, но намекает. Ест, пьет, пит, поет, играет, танцует соответственно. Порочащих связей с другим гаремом замечен, но молчит. Информация с размышлением. Орел земной, за нами гор, таким ты жизни не отдался, зачем нарушивать покой? Свою судьбу узнал весною, поздно приходишь ты домой, в одном лише. Из архива, совершенно секретно, напечатано в одном экземпляре. Характеристика на члена команды «Дисней» у Минского Александра Викторовича, 1972 года рождения. Не ори, он же жилик, он же специалист. Молодой человек, ярко выраженный блондин среднего роста. Характер застенчивый, немногословный. Хобби, молодой специалист. Семейное положение, потенциальный жених квартиры. Порочащих связей не замечен. Информация к размышлениям. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Господи, я женюсь сейчас, и вот гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Господи, покажись вдали, до плена дай плевнуть любви. Вот опять, как в последний раз, мне кричат горько, и откуда берется это чудо. Где-то далеко-далеко гремели бои. Зима начиналась тощая, бесснежная. Днепр стал неделю назад, а земля была почти голая. Так сантиметра на два была она присыпана сухой крупкой. На улицах гигантики торчали острые, древние, зашвердевшие грязи. Не проехать было по улицам ни на телесах, ни на телесах. Разговаривали теперь спокойно. И сейчас сидели вечером за самоваром, вспоминали прошлое, да и жизнь. Если же все увидел и услышал, только по тем словам мог догадаться, что разговоры с необычайной находкой. Нина. Да-да, не верно. Я не про Елены напою. Ниночка, я прошу прощения, Нина. А это вернется мой Еремин, каким с него насладимся, как поцелую. А он не верит. Ты что ж дурак? Ой, там штук захватывает. Из архива, совершенно секретно, запечатано в одном экземпляре. Характеристика на члена команды «Дисней» Еремина Александра Ивановича, 1966 года рождения. Не ори, он же скрипач, он же Еремчик, он же Шурик. Ярко выраженный скрипкин жених. Ест, пьет, учит соответственно. Поэтому можешь ты не выйти, а танцевать порыв авиатом. Красивый, высокий, мускулистый, в голом торте.
связи с музыкальными наклонностями. Информация о мышлении. Я выключу. Выключай вообще. Мне кажется, порою, что Еремин в порыве выражает жизни суть. И донося до мира эту правду, он своей кровью окропляет путь. Настанет день, и журавлиной стаей он поплывет такой же земле, из-под небес по птичьи обрекая всех нас кого оставить на земле. Совершенно секретно. Информация на члена команды «Дисней»
Купного Александра Валерьевича. Ну-ка, быстро снимай. 1960 года рождения. Необет. Мужчина, ярко выраженный интеллигент, когда возник. Женщина, высокий официален, когда трезвый одет. Отличается умом и сообразительностью. Семейное положение неизвестно. Порочащий связи здесь не замечен. Информация о предложении. Водители сами сами в плане, по танцовке там все уедут. Наша кухня на заднем плане, по танцовке там все уедут. Кто-то скинет он в позе разбранной, кто обратно вернется. Bye.
члена команды Дисней Чичканя Игоря Ивановича, 1968 года рождения. Не Ри, он же Гоша, он же Чича, он же Драгоныч, он же Дардаров Матимашкин. Ярко выраженный муж, много детей, хобби соответствующее. На вид бывает странен, но иногда абсолютно необходим. Поручащий членом Капута. Коронное размышление. Вечером, когда тишею пляшем, няша, дело не есть чего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и, конечно, нам это пропоём. Наш Игорь старался налить по рюмочке, маленькое всё-таки налить, потом пригубить. Да на рюмашечку на всё запить. Пускай в микрофон погромче крикнет, пускай! Река вода и горе хлеб, равнина выжжена полынью, подбитый там горящий свет. Глаза горят голодной синью, из дальних лет воскресший взгляд, где голод смерти чернище. Зачем ведешь меня назад, кого на этом свете ищешь? Вернет, как молния слеза, ни поля гору, ни поля. Глядят в грядущие глаза, тот мир, где смерть не отклонит. Ой, что? Ой, клята эта война, Господи, детки, мой. Виника, помяни нас, самого-то ладно, на детей смотри. Что? Ой, девчата, а помните это войны? Димка был заведующий столовой, все в форме были. А сейчас пухнет голову, что родить нам? Напечатано в одном экземпляре. Характеристика на члена команды Дисней Росомаха Дмитрия Николаевича, 1956 года рождения. Он же дядя Витя, он же Росомаха, зверь, не ори. Ярко выраженное нечто среднее между своим планом и своим уровнем удовлетворенности. Красивый, высокий, мускулистый, волосатый, но человек. Имеет яркое стремление к порочащим взглядам. Информация с размышлением. Куда у Димы пропая, забота его такая, жила бы команда Дисная, накормлены были все, картошка в мундирах, вечерами крепкий чай, его бутерброды не Нам расскажет старый.
Лев, Лев, что? Помоложе поглазать, сиди по мне, не мужик ли это? Кто съедет, Лев? Где? Где? Ну, он, да, он. Он. Ну, че паренчик, он. Девки, сердцем чую знакомый хлопец, чую. Да ты ж гавря, ей-богу, глянь. Да не гавря. Да он, глянь. Да глянь, ну глянь. Ну, с конями, бать их прыгнем. Ну, точно, гавря. Ну, первый вернул. Совершенно секретно, напечатано в одном экземпляре. Характеристика на члена команды «Дисней» Гаврилова Владимира Владимировича 1971 года рождения. Он же Гавря, он же Гаврюша, он же конь, он же пальто. Не ори, наверное. Ярко выраженный зажжен. Изображает коня, сожительствует с кошкой, удочерил вышку Светку. Тема порочит. Информация о перемышлении. И за рекой показали ткани, далее пошли домой возвращался. Эй, кричай, как третья наливай, рюмочку Гаврила уполнее наливай. Эй, кричай, как третья братья. А женщины наши, которые продержали все эти трудные военные годы, встречали их песнями и плясками. На, рисю на гадри. Лучше б меня на войне убил. Гривка! Гривка! Воды отошли! Чуй, воды отошли! Сейчас не волк закричу! Иди, 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 иди,
Где девок одинок? Это было перед атакой. Гитлер покачал головой. Он самый разгар, когда канцелярские крысы огонь пробить врёшь гадки. Начало концерта, я даже представляю, как мы будем потом фотографироваться в наш праздник, 7 марта. Духовный урок. Тропинки, ведущие к воротам, были достаточно широки. Уже сука, можно помыть. Не Ане. А мне лучше, Юра, сказка номер 9. Про кого, Вася? Последний снимок будет без девчонок, где она уходит в тюрьму. Сплюнь! Ты будешь вокруг сниматься. Виктор Николаевич решил уже полностью одеть. Я работаю. Вам улыбайте, что вы? Сестра, сестра шипилась последний. Лошадка-то в мундире, в пальто. Несравненная Мария, как там пишу я вам. Казак. Первый товарищ. Вот так менялась судьба медведя. Поделки сфотографировались? Компромат готов. Валерий. Хороший подарок. Следующий. А Еремина. Вот они вам и мои. Обязали, чтобы вы девочки песню про казаков. Я хренеду, папе. Еремина же с ногами проводит. Бабы, бабы, что я имею в виду? Минис, говорят, дури. Что, я один остался, что ли? А, нет, сейчас. Итак, делай вид, что ты читаешь. Нет, лучше подумай. Нет, улыбни, читаю. Юрка, скорби, что ты не женился никогда. Он скорби. Читай про себя. Ну, готов, подними. Итак. О, ты в авиации служил, да, Юрка? Итак, ехал Юрка из Польши на коняке крутой. Прошу прощения. Уберите урода из кадра. Сядь, перейди, закрой, что вроде я. Сейчас, сейчас, Юра потом нет. Ну давай, иди, потом я отстану. Потом снимешь меня. Праздник. Ой, как сюда из хаков-то поместить? Она включена уже. Давай, давай. Юра, сними нас. Ты уже употел. Радоваться надо. Радоваться надо. Просто ничем не спрашивай. Деньги, сейчас снова. Щечечка не могу. Поднимешь, просто. Зарни, как табличку. А, Кузьмину и Кузьминых. Еще этому, Уминскому. Сколько еще человек? Еще все. Мужики, я сейчас предлагаю писем книги одновременно читать отрывки. Разные. 3-4. Поехали. Сестра, осталась новая команда. Это характеристики ваших песни. Мои новые силы. Мой спортсмен. Папиросы на мане у кого? Посылочки солдатам. С конопельками. Что еще? Там так хочет жить от дымные. Только сегодня какие-то правильные. Да.
А чем вы ночами занимались? А? Работали все. Работали. Работали. По тебе это все видно. Плоды твоего труда. Мужик 41-м ушел, а ты до сих пор не родила. Да она 3 года. Юра, она 3 года под немцем была, как ты можешь. Я бы не смог. Вообще, мужики, я думаю так. Конечно, доказательств у нас нет. Но дыма без огня не бывает. О, есть иностранцы, тест новый выдумали. Мочу капаешь, проверяешь, беременна или нет. Чего капаешь-то? Да, мы вчера в больницу ходили, сказали, это хроническое. Я предлагаю мужики выпить за то, чтобы мы жили, собрались. Медведь не пьет. Один трезвый. Пусть не приходит. Мы вокруг него племенем. Смедитировали. Не забеременел? Давно? Да он же не пьет, мне сказали. И 7 числа мы им покажем. Уйдем на войну. Не, у нас есть контрразведчик, в принципе, Васька Белый. У него все досье написано на каждом. Я предлагаю серия номер 2. Вася, открывай. В исполнении сводного хора команды Дисней мужской половины мы покажем 2 серию этого фильма «Мужики на фронте, бабы ночью в селе». Под Немцем, да? Да-я! Немец, я-я! Эпизод снят! Фриц, я-я, заходи. Женя боится, да, тебя тоже все, не знаю. В общем, за медведя. Вот сценарий писать ему. А, девочки, что-то мы приуныли. О, ура! Не, он наливает на кружке на определенное количество пальцев. На 2 пальца. Ну правильно. Ну, затягивай. Крест собралась молодежь, темной ночью расходятся, и дальше поют, и пока за гитарою. Мог сидеть в оленёк, на окошке на девичьем мог гореть огонек. И просторно, и радостно у него на душе. Всюду были товарищи, было все у него. На любимую цветочку позабыть он не смог. Эта милая девушка для него огонек. У меня вопрос, в какой палатке горел огонек? Все там же. Когда движение там, скажем, дело нечего, мы приземлимся на стол, поговорим о том, о сём, и напоследок и хорошим пропоём. Наш Игорь старался налить по рюмочке маленькой, всё-таки налить, потом прикурить. Да старю рюмочечку, но всё забить, пускай будет пробор погромче крикнет. А ты в курсе, что ты погиб? Ты ж погиб, а как ты? Где бы ты? Очень рада, да? Не сокрушился ни разу. Похоже на исполнение желаний. Ты видел жизнь жить в высочайшей хмуре. В жару, ночью, утром ранен. Готов перейти в черную рубежи. И даже если не любовью ранен, ты отвоевываешь право дальше уже. Пусть узнают, пусть не узнают скоро твои руки. Покоя, счастья, веры в себя. Thank you.
Закрывай дверь.